Эй, чувачок! Здесь чужакам вход запрещен! Если флаер есть, предъяви! Если нет, ноги в руки, бегом отсюда! Ну все правильно! Эй, чувак, слышь? Если тебе флаер для прохода в бар нужен, так ты это, в Ариану зайди, ну к торговцу местному. Он тут, рядом. В магазине продуктовом, там у него бакалея. Ну как дети малые. Хер в стакан уже не улазит, а они все в игрушки играют. Слышь, чудак, ты только не вздумай меня снимать. На раз бошку отобью. Стоять! Посторонним на базу вход запрещен. Оружие спрячь, подойди ближе и объясни, что привело тебя сюда. Облом. Что же делать? Опять к Брауну идти на поклон? Бонджорно, сеньоре.
is here alive and even had time to stop by. I'm glad to see you. Стоять! Посторонним на базу вход запрещен. Оружие спрячь, подойди ближе и объясни, что привело тебя сюда. Первый, прием. Командир, тут какой-то человек пришел. Говорит к вам от генерала Смита. Пропускать? Хорошо, все понял, выполняю. Эй, проходи давай. Надо, нету других вариантов, нету. Вами удержусь. Здравия желаю. Кто таков будешь? Мне сейчас некогда с тобой говорить. Нужно одно дело непыльное сделать.
Хочешь, пойдем со мной, поприсутствуешь на коротком военном трибунале с исполнением приговора. А вот потом и поговорим. Мужики, ну отпустите, не убивайте, а? Ну что, беглецы хреновые, пришло время ответить за предательство. Команда, в ружье. Не стреляй, брат! Не огонь! Надо, не стреляй! В ружье! Я его прищучил! Нужал мой подарочек! Вот так будет с каждым слабаком и трусом. Ну что, фотограф? Пошли обратно. Там и поговорим не спеша. Жесткие у него здесь порядки. Не боится ведь, падла, что в спину выстрелят. Короче, слушайте. Заблудился сталкер, идет по лесу, значит, и кричит. Люди! Ау! Эй, кто-нибудь! Он, значит, оборачивается, а там здоровенная такая страхолюдная тварюга. И говорит ему, разорался. Сталкер, так я это... Заблудился. В смысле? Услышит, вот и кричит. Тварюга. А смысл? Ну что с ним делать, с этим пополнением, а? Нормальные люди по сюда. Одни придурки я остались? Там... Говорят, главное, они между собой сразится. А ну еще сюда, да, сюда, да, скончал. Сталкеры управляют, что ли? Гады! Родичам, что пробухали, да? У нас во взводе один год. Лучше бы на руку сразу давали. Вот все время надо. И за другими тоже присматривать. Аномалии. Творяйте поганые. Сталкеры. Поддонки. Крышу рвет только так. Видали уже. Короче, анекдот цивильный. Хоть один лишний день тут парится. Ищите, дурака. Одинаково хреновые. Здравия желаю, боец. Что, новенький? За сухпаем ко мне пришел, небось? Или за снарягой?